Вот мы с вами видели, что главный член высокотемпературного разложения, квадратичный по полям, приводит по массам и, соответственно, по полям, приводит к установлению симметрии. Но этого недостаточно для того, чтобы даже на уровне одного петлевого приближения понять, какого рода фазовый переход. Для этого нужно понять, имеется или нет кубичная слагаемая по массам и, соответственно, по полю φ. Значит, ну, на первый взгляд, вот мы с вами писали эту формулу для вкладов частицы этого типа в свободную энергию, в эффективный потенциал в однопетлевом приближении. На первый взгляд кажется, что эта формула зависит от массы квадратичным образом, от квадрата массы, поэтому неоткуда, казалось бы, взяться кубичному члену. На самом деле есть откуда. И связано это с инфракрасным поведением вот этого интеграла, поведением при малых импульсах. Давайте мы напишем этот интеграл при малых импульсах. Давайте мы напишем это выражение, во что оно превращается, если обрезаться по импульсам на некотором фиктивном масштабе. Значит, g минус g на 6π квадрат, интеграл от нуля. Давайте до лямбды напишем. Лямбда некий фиктивный масштаб, который разделяет большие и малые импульсы. Нас интересуют маленькие импульсы. P четвертый dp. Ну а здесь, значит, будет разный ответ для бозонов и фермионов. Будем считать, что этот лямбда много меньше, чем температура. Будем раскладывать вот эту экспоненту. Значит, для бозонов мы получим просто p квадрат плюс m квадрат. И температуру числителя. А для фермионов получим, значит, интеграл тоже от нуля до лямбда p в четвертой dp на корень квадратный. Значит, знаменатель будет равен просто двойке. Значит, на корень квадратный с p квадрат плюс m квадрат. Эти интегралы имеют существенно разное поведение. Почему? Потому что если я начну дифференцировать по m квадрат, то у меня возникнет знаменатель квадрат вот этой суммы. Ну и если я после этого положу m квадрат равное 0, то у меня будет сходящийся интеграл p4 поделить на p4 dp. Интеграл на нижнем пределе сходится. Однако если я продифференцирую второй раз по m квадрат, а это будет означать, что я пытаюсь вычислить член четвертого порядка по массе. Вторая производная умножить на m четвертый. Значит, вторая производная в нуле разойдется интеграл, потому что здесь возникнет куб вот этого выражения. При m равный 0 это будет p в шестой. И в результате для второй производной у меня здесь появится слагаемая dp на p в квадрате от нуля до лямбда. И этот интеграл инфракрасно расходится при p стремящемся к нулю, причем линейно, как единица на p. Единица на эпсилон, параметр инфракрасной регуляризации. И это указывает на то, что зависимость от массы кубическая на самом деле. Следующий после квадратичного члена, слагаемый по массе, это кубическая слагаемая. Вот она. Для фермионов не так. Для фермионов после первого дифференцирования появится степень 3 вторых знаменателя. После второго 5 вторых. Если я массу положу равную 0, то у меня появится интеграл dp. Значит, здесь p в четвертый поделить на p в пятый. 5 вторых, да? 5 вторых от этой суммы p квадрат плюс m квадрат, при m равно 0, p в пятый. dp на p. Значит, это интеграл логарифмически расходящийся на нижнем пределе, опять-таки. Поэтому для бозонов я ожидаю появления слагаемого m в кубе, и по размерности, соответственно, умножить на t. А для фермионов я ожидаю появления слагаемого m в четвертый, следующую за квадратичным логарифм m квадрат, ну, точнее t квадрат на m квадрат. Ну, да, если у меня есть обрезание лямбда, то, соответственно, лямбда квадрат на m квадрат. И это существенно две большие разницы, потому что такое слагаемое дает мне слагаемое типа h в четвертый
на фи в четвертой логарифм лямбда квадрат на h квадрат фи квадрат. Так? И оно по структуре почти такое же, как древесное слагаемое лямбда фи 4 в потенциале. И если я буду его сравнивать с лямбда фи 4, то лямбда, как мы с вами договорились, это величина порядка h в квадрате. И это слагаемое много больше вот этого, если h мало. Почти всегда, почти при всех значениях фи. А учитывая, что у меня есть квадратичная величина по фи, это слагаемое всегда вообще мало. Так что такое слагаемое, оно мало интересно. Гораздо интереснее вот такое слагаемое, потому что оно мне даст h в кубе на фи в кубе на t. Ну, m здесь, конечно, стоит по модулю. То есть здесь стоит фи по модулю в кубе. Я считаю, что m положительная величина. Поэтому, значит, вопрос в знаке, положительном или отрицательном. Если знак отрицательный, то это ровно та ситуация, которую мы обсуждали, когда говорили о фазовом переходе первого рода. Даже если параметр маленький, h в кубе, все равно он 100% существенный. Поэтому, стало быть, нас интересуют бозоны. Давайте мы, значит, посмотрим на этот интеграл поаккуратнее и выводим отсюда такое неаналитическое по m квадрат слагаемое порядка m в кубе. Очень просто это сделать, если написать, что это есть минус g на 6π квадрат, интеграл нуля до лямбда, значит, p квадрат плюс m квадрат в квадрате, минус 2p квадрат плюс m квадрат, плюс m в четвертой. Поделить на p квадрат плюс m квадрат dp. Да, я забыл сказать, что интеграл по импульсам больше этого лямбда, который, конечно, есть в этом члене тоже, этот интеграл уже аналитичен по m квадрат, и он раскладывается по квадратам m. Поэтому кубичный член может взяться только вот отсюда, только из инфракрасной части. Значит, теперь смотрим сюда. Видим, что вот первое слагаемое, оно аналитично по m квадрат, явным образом. Второе слагаемое тоже аналитично по m квадрат. Так, поэтому первые два слагаемых спокойненько можно опустить, если нас интересует вклад m в кубе. И остается интеграл вот такой. Минус g на 6π в квадрате, m в четвертой, интеграл dp на p квадрат плюс m квадрат. От нуля до лямбда. Ну, такой интеграл уже святое дело взять, написав, что p равно n на x, переписав этот интеграл в виде, значит, да, t я забыл здесь еще, t, здесь тоже t, значит, тогда этот интеграл будет равен минус g, за знаком слежу, 6π в квадрате, t на m в кубе, ну и на интеграл от чего? От нуля до лямбда на m, значит, dp на p квадрат плюс m квадрат. На d, dx, да, вот, на x квадрат плюс 1. dx на x квадрат плюс 1. Ну вот теперь я могу в пределе малых масс устремить верхний предел положить равным бесконечности. Это величина стандартный интеграл, равный π пополам. Итого я получаю такой вклад. Минус g на 12π t на m в кубе. Замечательно. Это означает, что у нас есть таки кубичный член, что он вошел со знаком минус. И это соответствует фазам перехода первого рода, как мы с вами обсуждали. Значит, окончательно наш однопетлевой эффективный потенциал выглядит следующим образом. Значит, V эффективное, давайте я напишу так, что это есть альфа на 24
t квадрат минус tc в 2 в квадрате на φ квадрат. Этот член мы с вами уже получали. Минус гамма t на φ в кубе плюс лямбда φ в четвертой. При этом гамма — это вклад только бозонов. Только бозонов. Вот существенно. От чего? Значит, от жита на 12π h и t в кубе. Где h и t, где мы договаривались, что масса равна h и t на φ. И h констант связи. Значит, таким образом мы действительно получаем, что имеется фазовый переход первого рода, если есть бозоны в среде, стандартная модель WZ сюда дают вклад. Никаких топ-кварков сюда вклада не дает. Значит, ну и весь наш анализ, он годится для этого случая. Мы его уже с вами проделали, посмотрели, какие возникают критические поля критической температуры. Значит, еще последнее замечание касается следующего. Мы говорили, что вот тот анализ, который мы делали, он годился, когда гамма в квадрате много меньше, чем альфа на лямбда. Простой случай такой. Ну и давайте убедимся, что это действительно так в пределе малых констант связи, потому что по подсчету степеней констант связи гамма — это h в кубе, и того здесь стоит h в шестой h. Альфа, мы говорили, что это величина h квадрат и лямбда h квадрат. Так что в результате все это верно. На самом деле, если лямбда много больше, чем h в четвертой. Если константа самодействия скалярного по подсчету степеней констант связи много больше, чем h в четвертой, то все тип-топ. Наш анализ годится.